Бамблби. В каком он состоянии? В плохом. Его процессор и другие системы понесли повреждения, которые он может не перенести. Но у нас нет ключа, сори! Мне не нужен ключ, чтобы делать мою работу. Все нормально, Баунхед. Рэтчет знает, что делает. Рэтчет, это ты? Это я. Я чувствую, как угасает моя искра. Я знаю. Мне придется погрузить тебя в стазис, пока мы тебя не починим. Ты можешь трансформироваться. Думаю, да. Ты говорил, что я должен быть защитником, как Автобот, но я только разрушал, как Десептикон. Мы делаем то, что должны, даже тогда, когда это не имеет смысла. Я не понимаю. Я не уверен, что тоже понимаю. Теперь отдыхай. Ты хорошо поработал. Ты в порядке, Рэтчет? Твои сервоприводы дрожат. Только между нами. Я немного заржавел в этом. Не волнуйся, я справлюсь. Я думал-то я неуклюжий. Мы должны вернуть ключ. Я же сказал, я справлюсь. Я знаю, Рэтчет, но именно ключ перегрузил ее системы. Если мы вытащим его, это прекратится. Ты прав. Прости за это, Прайм. Главное, помоги Бамблби и приведи его в норму. Трансформировались и поехали. Мы не вытащим этот ключ, если сначала не замедлим ее. Автоботы, за мной! Банкхард, ты должен сделать преграду. Роу, жди моей команды. А затем хватай ключ. Нет. Нет, нет! Не смей, парень! Не смей уходить! Роу, давай! Получилось. Прайм, что там у тебя? Мы забрали ключ, но она по-прежнему неуправляема. Меня сейчас больше волнует Бамблби. Я знаю, что отрицал это, но... Мне нужен ключ! Он уже в пути. Давай, поспеши. Мы с Банхедом справимся сами. Ну и что теперь? Хороший вопрос. Проклятие не работает! В этой рухляди нет энергии! Вся энергия ушла на апгрейд, Сари. Тебе не нужен ключ, Рэтчет. Ты можешь сделать это и без него. Я не могу прекратить взрывать все вокруг себя. Почему бы тебе не попробовать успокоиться, как будто ты хочешь уснуть? Заснуть? Хорошо, раз ничего больше не работает. Кто бы знал, сработало! Парни, я не думаю, что это была такая уж хорошая идея.
где Сари? Мы должны... Потише, сынок. Мне удалось починить твой стабилизатор команды, главную магистраль. Но это только на время. Впредь тебе лучше продумывать планы. Рэчард, Сари сейчас взорвется. Ты должен использовать EMP-генератор. Мы не можем использовать EMP на ней, Прайм. Неизвестно, как он подействует на техноорганику. Он может убить ее. У нас нет выбора, Рэчард. Она может превратить весь Детройт в руины. Иди, я останусь с Бамблби. Постарайся, чтобы он вел себя хорошо. Ты действительно говоришь о Бамблби? О, да. Сари, остановись! Я не хочу причинять тебе вред! Я тоже не хочу, но я не могу остановиться. Сделай это! Обещаю, со мной все будет в порядке. Нет. Агент Клифф, я с рапортом. Пожалуйста, уничтожьте этот чувствительный материал. Да, сэр! Лонгарм Прайм, сэр! Лорд Мегатрон? Шоквейв, боюсь, у нас возникли небольшие трудности с моим возвращением. У меня тоже появились трудности, повелитель. Ультрамагнус отключил сеть космических мостов. И мое прикрытие может быть раскрыто в любую минуту. Думаю, у меня есть решение обеих этих проблем. Элитная гвардия автоботов? Это будет весело. Внимание, десептиконы! Говорит Мегатрон. Приказываю всем до единого отступить. Не наступать на автоботов без моего приказа. Отступить? Он шутит? У вас не должно быть никаких сомнений. Так говорит ваш лидер. Ты прав. Вы слышали, вождя? Отступаем и перегруппируемся. Поверить не могу, командир. Они убрались. Как она? Мне удалось восстановить ее основные системы старомодным путем, и думаю, что теперь ее двигательная система под ее контролем. Она же будет в порядке, да? Я сделал все, что мог. Теперь нам осталось только ждать. Я прибыл так быстро, как смог. Профессор Сандек? Что он здесь делает? Кто показал ему нашу секретную базу? Я. С этого момента в этой семье не будет никаких секретов. Но она выглядит теперь как подросток. Оставим их на время одних. Итак, Сари наполовину кибертронец. Мастерсон украл тело Старскрима, я пролетел сквозь вселенную, нашел каменных монстров и увидел апгрейд Сари. А, может этот день стать еще более странным? Ах, поосторожнее в своих желаниях. О нет! Снова транскачок! Ах, я бы не додумался. Потому что ты не гений в космических мостах? Ага. Это же... Омега Суприм! Ты живой! Так, почему же он не рад видеть нас? В рассыпную! Омега, что ты делаешь? Не узнаешь старого друга? Неверный вопрос. Лучше так. Ты узнаешь заклятого врага? Мегатрон?
Ха, ты не забыл мое имя? Жаль, что я не вспомню твое. Каково вам знать, что величайшее оружие автоботов, принесшее победу в Великих Войнах, станет оружием для вашего уничтожения? А я думал, Хедмастер, это плохие новости. Мы должны увести его как можно дальше от города, пока никто не пострадал. Кто-то вроде нас может? Рэчи, ты должен остаться с Сари. Но я уже сделал все, что мог. Я знаю, но я не могу допустить, чтобы мы ничего не предпринимали. Я не хотел выставить неуправляемого Сари против неуправляемого Омеги, не так ли? Думаю, теперь нам придется. Скоро вы станете историей, автоботы. Эй, что ты делаешь? Сейчас тебе нужна любая помощь, парень. Оу, почему ты не сделал этого раньше? Потому что продвинутые апгрейды запрещены в битве. И что сделаешь? Арестуешь меня? Автоботы трансформировались и поехали. Бессмысленно, автоботы. Где автоботы? Проклятая органика этой планеты мешает обнаружить их сигнал. Мы должны освободить Омега Суприм от власти Мегатрона. Что мы можем предпринять против бота размером с башню Самдека? Мы должны получить доступ к главному процессору. Если я получу доступ к Омеге Суприму, изнутри я смогу отключить Мегатрона от него, используя техники киберниндзя. Но эти техники не сработали даже на Саре. Это наш единственный шанс. Мы пока отвлечем Мегатрона. Пока вы двое отвлекаете Омегу Суприм, Проум и я попытаемся проникнуть внутрь. Да, я люблю быть на виду. Ты готов к моему новому улучшенному мегажалу, мегамусор? Вы же не думаете, что сможете остановить меня так просто? Силовое ядро должно быть в... Нарушитель! Нарушитель! Иди в отсек искры, а я займусь Мегатроном. Омега Суприм, это Проул. Я друг Рэтчета. Я взываю к твоему процессору. Твоему сожалению, автобот. Ты вызвал меня. Омега Суприм, соединись с моим процессором. Вместе мы сможем противостоять Мегатрону. Омега Суприм! Что с ним? Что с ним? Да он пришел в себя! Ты сделаешь все, что я прихожу! Больше нет, Мегатрон. Похоже, это судьба биться нам с тобой на борту этого корабля, автобот. Нападай, Десептикон. Если ты настаиваешь. Не так крут без своего оружия, я прав.
Теперь займемся твоим кибер-ниндзя. Ты очень наглый, автобот. Ненавижу наглость. Эй, да что там происходит? Его контролирует что-то еще. А теперь угадай, кто это может быть? Отличная работа, Старскрим. Ха! Ты думаешь, я это сделал ради тебя? Он еще сильнее, чем я себе представлял! Но сила Уфпарка это по-прежнему очень хорошо. Рэтчет, помнишь о том, что нам, может, придется сделать? Похоже, сейчас нам нужно это сделать. Over my sparkless shell. Старскрим, послушай голос разума. К чему тратить энергию на эту бесперспективную планету? Почему бы нам не захватить Кибертрон? Вместе. Ты сошел с ума? Впрочем, неплохая идея. Давай! Начинай телепортацию! Что такое? Великий Старскрим даже не может заставить Автобота совершить прыжок. Вперед, пока он занят. Старскрим заблокировал все выходы! Мы все перепробовали! Вы не пробовали поговорить? Послушай меня, Омега. Это я, Рэтчет. Рэтчет? Рэтчет, не уходи, солдат. Старскрим слишком силен. Пожалуйста, отключи меня. Я хочу заснуть опять. Я уже использовал эту штуку однажды. Не заставляй меня делать это снова. Мы делаем то, что должны, даже если в этом нет никакого смысла. Да! Вся мощь Омеги Суприма теперь моя! Теперь я захвачу Кибертрон! Не так быстро, Десептиклоун! Ха-ха-ха-ха! Твой МП ничто против мощи моего Олдспарка! Он готовится к скачку на Кибертрон! Мы можем остановить его этим! Ты забыл? Эта штука заставляет хаотично скакать по вселенной! Хаотично скакать по вселенной! Однажды мне все-таки придется научиться летать. Сари? Скажите, что все будет хорошо. Старайся меньше говорить. Ты еще довольно слаба. Ты был прав, советую не спешить, Рэтчет. Я должна была послушать тебя. А я должен был доверять тебе и не скрывать правду. Может, уже поздно благодарить? Но спасибо тебе, что спас мою материнскую плату. Похоже, я еще не хлам после всего этого. Да. Но как мы доложим обо всем этом на Кибертрон?
Несомненно, восстание Десептиконов не было случайным актом саботажа. Учитывая все факты, можно точно сказать, что у них есть двойной агент здесь, на Кибертроне. Это мог быть предатель ОСП. Ведь это не случайно, что вся эта активность Десептиконов началась, когда он сбежал. Sentinel Prime, Джаз, вы должны собрать лучших бойцов и выследить Васпа. Сэр! Есть, сэр! Я готов! Также по-прежнему нет связи с командой Оптимуса Прайма на Земле. Прошел уже декацикл. Все каналы связи с командой Оптимуса будут закрыты, и все сеансы связи будут осуществляться через меня. Из соображений безопасности, разумеется. Безопасности всего Кибертрона. Да! Нет! 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 Всем огромное спасибо, кто посмотрел третью серию Transformer Animated третьего сезона в нашей озвучке. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Так вы нас поддерживаете и наставляете на то, чтобы серии выходили немножечко чаще, чем обычно. Ну а также вы можете перейти на Boosty, поддержать лично меня, канал и проекты, которые будут у нас в будущем выходить.